ксилофоны, маримбы и колокольчики. В Скопине открылась фабрика, производящая музыкальные инструменты. Программа импортозамещения позволила расширить производство, которое существует уже 40 лет в Москве. Это настоящее семейное дело отца и сына Рахмановых. Теперь есть филиал и в Рязанской области. Для начала здесь открылось 3 цеха, на которых трудится 20 человек. Мы прошлись по его фабрике и увидели, что большинство технических процессов на заводе разработано непосредственно самим Алексеем. Собственно, здесь много производственных инструментов, того, чего нет на других фабриках в целом. И так, наша задача ассоциации – это развитие российского производства. Мы увидели в производстве Алексея одну из точек роста для нашего производства, таких глобальных, которой не хватало. За 3 года компания «Форта» поставила 770 ксилофонов в школы искусств из 76 регионов России. Комплектующие и сырье отечественные, что позволяет изготовить инструменты от начала и до конца. В наше такое сложное время, которое мы сегодня все переживаем и сплачиваемся все вместе, вот это событие особую значимость приобретает. Это говорит о том, что у нашей страны, у нашего региона впереди светлое и позитивное будущее. Будущее, которое мы обязаны все с вами обеспечить нашим детям, нашим семьям. Огромное спасибо руководителю фабрики за то, что выбрали Скопин, Рязанскую область. И организовали здесь такое замечательное производство. В открывшемся в Скопине филиале «Форта» будут производить ксилофоны по индивидуальным заказам. В планах расширение ассортимента новыми моделями вибрафонов, трубчатых колоколов и литавров. Скопин славится своими ремесленниками. И отныне у здешних умельцев появилась возможность познать новое дело, которое 40 лет оттачивали на производстве Рахмановых. У нас есть помещение, которое мы можем освоить в дальнейшем и делать другие клавишные ударные инструменты. Так как мы изначально делали инструменты в гараже, и там повышенная влажность по-любому. И, соответственно, тогда я не мог использовать дерево для клавиш. Но сейчас, имея вот это помещение, где на втором этаже по-любому влажность необходимая, нужная для производства именно этих клавиатур дерева, из дерева, мы можем спокойно и здесь заняться этим вопросом, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Программа импортозамещения сегодня активно реализуется. В частности, наш регион открыт к новому. И филиал в Скопине тому яркий пример.